Сэр! С вами все в порядке? Господи! Кажется, я сделал что-то ужасное. Это Эд и Лоррейн Уоррен. Итак, давайте приступим. Жители города Брукфилд были шокированы жестоким убийством Бруна Салза сегодня днем. Суд признает существование Бога каждый раз, когда свидетель дает присягу. Думаю, пора суду признать и существование дьявола. Что бы там ни произошло, что бы ни случилось в тот день, Эрни не виноват. Это тотем ведьмы. Мы считаем, ваша семья проклята. И заклятие все еще действует. Меня интересуют только факты. А я вижу то, что вашим людям не под силу. А я в лесу тут буду сидеть. Здесь произошло нечто ужасное. Тут замешан мастер-сатанист. Дело крайне серьезное. Она снова здесь. Она взывает ко тьме. Лоррейн, вернись к нам. Лоррейн! Заклятие 3 по воле дьявола.